Здравствуйте, уважаемые студенты! Я старший преподаватель Самаркандского государственного медицинского университета кафедры медицинской биологии и генетика Назарова Фатима Шариповна. Тема сегодняшнего нашего занятия – это мутагенез, репарация молекулы ДНК, кроссинговер и генетика пола. Значит, сегодня мы с вами рассмотрим полностью термины, что такое мутагенез, что такое репарация ДНК, то есть термин репарация, кроссинговер и генетику пола. Но для того, чтобы узнать о мутагенезе, о мутациях, сначала мы должны с вами остановиться на термине изменчивость и термин мутация. Что такое изменчивость? Вы знаете, что генетика изучает наследственность и изменчивость. Если наследственность – это когда все признаки, свойственные родителям, они полностью передаются их поколениям. Этот процесс называется наследственностью. А когда мы говорим изменчивость, то это в том случае, когда у молодого поколения, у молодого потомства появляются новые признаки, которые отличаются от их признаков предков, то есть от их признаков родителей. Вот этот процесс называется изменчивостью. Изменчивость, значит, это способность организмов приобретать новые признаки. Изменчивость, она делится на два, то есть наследственная изменчивость и ненаследственная, то есть наследуемая и ненаследуемая изменчивость. Если это ненаследуемая изменчивость, мы ее делим на два. Это модификационная изменчивость и это онтогенетическая изменчивость. То есть при модификационной изменчивости, вы, наверное, хорошо помните, этот термин вам он знаком, то есть это та изменчивость, которая происходит под воздействием внешней среды, но здесь оно не наследуется, и здесь гены не изменяются. Из поколения в поколение модификационная, то есть фенотипическая изменчивость не передается. А если это онтогенетическая, она происходит во время онтогенеза, развития эмбриона. Вот такая изменчивость называется онтогенетической изменчивостью, то есть это ненаследуемая изменчивость. Есть еще и наследственная изменчивость, которая делится на комбинативную и на мутационную. Комбинативная изменчивость, что это? Комбинативная изменчивость – это когда в основном при скрещивании двух особей образуется у потомства новая комбинация генов, которые передаются от их родителей. Поэтому она называется и комбинативной изменчивостью. А мутационная изменчивость – это когда изменяется эта наследуемая изменчивость. Здесь идет, эта изменчивость происходит под воздействием изменения в генотипе, то есть изменение генов происходит. И оно передается из поколения в поколение. Может быть, она доминантной, может быть, она и рецессивной. Значит, мутация. Впервые термин мутация и вообще изучил этот процесс и вел науку голландский ученый Гуго де Фриз в 1901 году. Мутации – это стойкие, случайные, ненаправленные или, как скажем, качественные или количественные изменения молекулы ДНК. Вот этот процесс мы называем и мутациями. Давайте с вами остановимся на классификации мутаций. То есть по способности наследоваться при половом размножении мутации делятся на соматические, происходят они в соматических клетках, потомках, и при половом размножении они в основном не передаются. Второе – это генеративные мутации. При генеративных мутациях возникают в половых клетках они, и они передаются в потомка. Из потомка, из поколения в поколение передаются потомкам следующим. То есть, если это доминантная генеративная мутация, то она сразу же проявляется в этом же уже поколении. Если это рецессивная, то она передается в следующее поколение.
по проявлению в гетерозиготности. То есть они могут быть доминантными или они могут быть рецессивными. Следующее. По уклонению от нормы типа они тоже делятся на прямые и они делятся на обратные. То есть если это, скажем, прямые мутации, то здесь идет в основном мутантный тип. Если это обратный, то в основном будет это мутантный тип, но это будет уже обратный, то есть идет реверсия. Следующее – это супрессорные по уклонению от нормы, значит, они, мы сказали, как делятся на прямые, обратные и супрессорные. То есть мутантный тип, фенотип, дикий тип идет в этом направлении. Если это прямой, вы видите дикий тип, мутантный тип. Если это обратная реверсия, мутантный фенотип, дикий тип. И супрессорный, это из мутантного фенотипа переходит в дикий тип. По локализации в клетке они делятся на ядерные мутации и на цитоплазматические мутации. По фенотипическому проявлению они делятся на летальные, морфологические, биохимические и поведенческие типы. Теперь по причинам возникновения они могут быть спонтанными, то есть случайно они могут появляться, и они делятся на индуцированные, то есть обусловленность. Это с какой-то целью сам человек, он и образует эти мутации. Это называется индуцированными мутациями под воздействием каких-то мутагенов. Теперь, под воздействием на организм они могут быть, как вы видите, полезными, нейтральными или вредными. По характеру изменений генома они делятся на генные, хромосомные и, как вы видите, на геномные мутации. Теперь давайте мы с вами ознакомимся с мутагенами. Так что такое мутагены? То есть мутагены – это факторы, являющие причиной возникновения мутаций и повышающие их частоту. Первое – классификация мутагенов. Вы знаете, они делятся в основном, эти мутагены, на три группы. Первое – это физические мутагены, к ним относятся ионизирующие излучения, к ним относятся в основном ультрафиолетовое излучение и, конечно, это температура. Это физические мутагены, которые приводят к мутациям. Второе, химические мутагены, это, конечно, химические ядовитые вещества. К нему относятся в основном аналоги азотистых оснований, алкалирующие агенты, например, этилметансульфанат или иприт, ядовитые вещества, азотистая кислота, нитриты, и диоксин, и другие. Это химические мутагены. Третье, есть еще и существуют биологические мутагены, к ним мы можем отнести это генетические различные мобильные элементы, к ним относятся, конечно, вирусы, бактерии, и чистая ДНК. Вот это у нас, мы считаем это генами, и, то есть мутациями, это мутагены, которые приводят к мутациям. Теперь давайте остановимся, вообще мутации делятся на генные и хромосомные мутации. Так, давайте остановимся на генных мутациях. Что такое генные мутации? Генные мутации – это изменение структуры ДНК в пределах одного гена. Значит, как она происходит, эта генная мутация? Первое, она происходит с заменом нуклеотида, то есть один нуклеотид обычно он заменяется другим. Если вы помните, оно еще и называлось точечной мутацией. То есть могут быть простая замена, то есть это называется транзиция. Например, аденин заменяется гуанином или тимин заменяется цитозином, например. Есть сложная трансверсия, то есть аденин сначала на цитозин, потом аденин на тимин. Гуанин сначала на цитозин, потом гуанин на тимин. Вот это будет сложная замена. Второе – это инсерция, то есть вставка нуклеотидов. Второе – и делеция, то есть это сдвиг.
и внутригенная инверсия, поворот участка на 180 градусов. И пятое, динамические мутации, экспансия, тринуклеотидные повороты. Это вот, которые, получается, приводят к генным мутациям. Значит, генные мутации делятся на следующие группы. Есть миссенс-мутация, приводит к замене аминокислоты. Так, потом есть нонсенс-мутация, приводит к появлению стоп-кодонов. И третье, семсенс-мутации, мутации без замены аминокислотного остатка, обусловлены они врожденностью генетического кода. Теперь давайте с вами рассмотрим динамические мутации. В основном динамические мутации, они обусловлены увеличением количества тринуклеотидных поворотов. Характеризуются чем они? Во-первых, антиципацией, усугублением проявления в каждом последующем поколении. Второе, переходом в премутации, не проявляющейся фенотипически к мутации. И третье, увеличением количества повторов во время гаметогенеза. Вот это вот динамические мутации. Они могут затрагивать регуляторные области гена, синдром ломкой, например, X-хромосомы, кодирующие участки Харе-Гантингтона, например, или трехкратная нетранслируемая область гена, атрофическая миотония, например. Вот это в основном динамические мутации. Теперь давайте с вами рассмотрим молекулярные механизмы возникновения генных мутаций. Первое – это, конечно, ошибка ДНК-полимеразы идет. Второе – это таутомеризация. И это замена в основном идет азотистых оснований, обратимых переход в одной изомерной формы в другую, обусловленный перемещением протонов. Третье – действие аналогов азотистых оснований. Четвертое – дезаминирование азотистых оснований. Апуренизация – это пятое. Образование тиминовых димеров – это шестое. Седьмое – алкилирование азотистых оснований. Восьмое – действие интеркалирующих веществ. И девятое – это разрыв фосфодиэфирных связей. Это 9 молекулярных механизмов возникновения генных мутаций. Теперь давайте с вами мы остановимся на термине репарация. Что такое репарация? Репарация – это исправление повреждений ДНК, обеспечит сохранение генетической информации. Ну почему? Зачем нужна репарация? Вы знаете, что человек, каждый, вот мы именно живя на нашей планете, мы из-за сейчас у нас, вы знаете, экология, она испорчена. Из-за испорченной экологии мы каждый день пищей, с пищей, или когда мы дышим этим нечистым воздухом, или мы когда пьем вот эту вот загрязненную воду, принимаем загрязненную пищу, мы каждый день принимаем различные токсины, различные выхлопные газы мы вдыхаем. А это, вы знаете, эти ядовитые вещества, токсины, они в основном, их цель, они входят в организм, и входя в организм, их цель – это клетка. Входя в клетку, они, проникая в ядро, они в основном разрушают молекулу ДНК, то есть его изменяют. Вот этот процесс называют, вот это вот организм, вы знаете, наш человеческий организм, он имеет очень сильную иммунную систему. Поэтому организм, хотя мы это и не замечаем, каждую секунду, каждую минуту они идет у нас в организме иммунная реакция, и наш организм полностью восстанавливает вот это вот уже измененные, конечно, это не в большом количестве, в малом количестве измененные изменения молекулы ДНК, она сама исправляет. Вот этот процесс и называется репарация ДНК. Но существует несколько видов, конечно, репарации, то есть восстановление молекулы ДНК. Это прямая репарация, это эксцизионная репарация, это рекомбинационная репарация и это сос-репарация. Давайте мы с вами остановимся на этих, в основном,
в этих вот группах. Первое – это прямая репарация. Значит, прямая репарация – это в основном восстановление поврежденного звена ДНК в результате обратной реакции, то есть идет реверсия. Второе, как это осуществляется? Во-первых, сначала идет коррекция, осуществляемая ДНК-полимеразой во время репликации. Значит, в первую очередь в прямой репликации здесь главную роль играет фермент ДНК-полимераза. Она идет, значит, первая коррекция, второе, фотореактивация, которая была изучена Кельнером в 1949 году, расщепление пиримидиновых димеров с помощью активируемого видимым светом фермента фотолиазы. У млекопитающих он отсутствует. Третье – репарация алкилированного гуанина, то есть ферменты метилтрансферазы удаляют алкильную группу, возвращая основание в исходную форму. Следующая репарация однонитевых разрывов ДНК с помощью фермента полинуклеотид гликазы. И четвертая репарация апосайтов. Ферменты инсертаза осуществляют прямую вставку потерянных азотистых оснований. Вот в таком порядке идет прямая репарация. Следующая у нас экстенционная репарация. Экстенционная репарация – это вырезание поврежденных участков из цепи ДНК с последующим заполнением. То есть это как будет? То есть в основном давайте с вами мы рассмотрим, это будет у нас экстенционная репарация. Экстенционная репарация – это вырезание поврежденных участков из цепи ДНК с последующим заполнением образовавшейся брещи. Потом у нас идет замена модифицированных нуклеотидов. Затем у нас темновая идет репарация тиминовых димеров. И, конечно, следующее это у нас идет в основном в основном у нас идет экстенционная репарация, значит, идет как? Экстенционная репарация – вырезание поврежденных участков из цепи ДНК с последующим заполнением образовавшихся брещей. Затем замена модифицированных нуклеотидов у нас идет. Затем темновая репарация – это у нас идет репарация тиминовых димеров и, конечно, мисмэтч-репарация. Мисмэтч-репарация мы с вами сейчас рассмотрим, как оно идет. Это у нас мисмэтч-репарация. Значит, замена модифицированных оснований. Как оно происходит? Значит, первое, здесь идет фермент гликозилаза, распознает и удаляет модифицированное азотистое основание, то есть гидролизует N-гликозидную связь. Затем ферменты АПН-нуклеаза и фосфодиэстераза вырезают лишенное основание нуклеотид. Третье, ДНК-полимераза застраивает брешь. И четвертый, полинуклеотид гликаза сшивает одноцепочный разрыв. Вот так вот идет у нас замена модифицированных оснований. И следующий, экстенционный репарация тиминовых димеров. То есть это в основном у прокариотов, как это происходит. Сначала комплекс эндонуклеаз УВР-АБС экстенуклеаза распознает поврежденные ДНК. Потом экстенуклеаза разрезает цепь на расстоянии 8 нуклеотидов с 5 конца по 4 нуклеотид с 3 конца от повреждения. Потом геликаза вытесняет вырезанный фермент. Потом ДНК-полимераза застраивает вот эту брешь, нужные нуклеотиды. И в 5-м этапе полинуклеотид лигаза сшивает одноцепочный разрыв. То есть вы знаете, что лигаза, оно является сшивающим ферментом. Ну, мисмэтч-репарация – это что? Мисмэтч-репарация – это удаление некомплементарных нуклеотидов. Затем у нас белки МАЦ
и мат распознает мисмэч, эндонуклеаза мат аж разрезает цепь вблизи мисмэча, геликаза расплетает ДНК и эндонуклеаза вырезает участок, включающий некомплементарный нуклеотид. И ДНК полимераза застраивает брешь, вот эти нужные нуклеотиды, и полинуклеотид лигаза сшивает одноцепочный у нас разрыв, где у нас произошло вот это изменение. Рекомбинационная репарация. Пострепликативная репарация происходит в замещении поврежденного участка одной из нитей молекулы ДНК на неповрежденные в результате выстраивания нити из гомологичной хромосомы или сестринской хроматиды. И принимает участок белок РЕК-А и ДНК-полимераза полинуклеотид лигаза. И, конечно, у нас еще есть и СОС-репарация. То есть СОС-репарация – это запускается в клетках с большим количеством поврежденных ДНК. Здесь белок РЕК-А связывается с белком ЛЕКС-А и разрушает его. В втором этапе активируется транскрипция генов УМУ-ЭЦ и УМУ-ДИ, и белковый комплекс УМУ-СДИ обеспечивает синтез на поврежденной ДНК-матрице. Вот так вот у нас и происходит этот процесс, то есть восстановление молекулы ДНК идет у нас вот эти виды репараций. И в нашей теме еще был такой термин кроссинговер. Что такое кроссинговер? Вдоль парных, в основном гомологичных хромосом, располагается несколько аллельных генов. Иногда они перекрещиваются, образуя хиазму, X-образную фигуру. Это явление открыто Морганом в 1911 году. Называется этот процесс перекрестом хромосом или кроссинговером. Частота обмена генов указывает на расстояние между генами. Чем ближе расположены гены, тем реже обмен. Чем дальше, чем чаще. Гаметы с подвергающимся кроссинговеру хромосомами называются кроссоверные, если нет, не кроссоверными. Вот в этом слайде вы хорошо видите, чем дальше друг от друга находятся гены, тем выше частота рекомбинаций. Вот вы между А и Б генами, вам это очень хорошо ярко здесь на этом слайде и показано, вот вы видите. Количество перекреста в основном хромосом рассчитывается путем деления процента кроссоверных особей на общее число потомства. За единицу измерения перекреста берется его объем, равный 1%. Оно измеряется морганидами, иногда сантиморганом тоже называется. Например, при скрещивании двух линий кукурузы получено, скажем, 1000 зерен. Из них 36 кроссинговерные, тогда объем перекреста x36. Получается, если мы его умножим, конечно, и то есть если мы его делим, то у нас получается 36% в основном. Теперь основные положения у нас хромосомной теории наследственности. То есть ген в хромосомах расположена линейно. Каждый ген в хромосоме имеет свой локус, то есть место расположения. Гены, расположенные в одной хромосоме, создают группу сцепления. Между гомологичными хромосомами идет обмен аллельными генами. Расстояние между генами в хромосоме прямо пропорционально частоте перекреста. Это в основном у нас основная теория, формулировка идет хромосомной теории. Теперь у нас есть еще и тема генетика пола. Сначала давайте остановимся, что такое пол. Пол – это совокупность морфологических, физиологических, биохимических и других признаков организма, обусловленных воспроизведением себе подобного. Типы образования пола. Их три. Первое – это прогамное определение пола. Что же такое? У некоторых многоклеточных животных определение пола происходит до начала дробления, вне связи с оплодотворением и зависит от типа яйцеклеток. У отдельных круглых червей из крупных яйцеклетки развиваются самки, а из мелкой – самцы. Этот способ определения пола называется прогамное определение пола. Второе – это сингамное определение пола.
Пол определяется в момент оплодотворения. Например, с мужской гетерогаметностью, дрозофилы, у млекопитающих, у человека идет такое определение пола, то есть в момент оплодотворения. То есть зависит от сперматозоида, он X-овая, она или Y-овая. Гомогаметный пол дает один тип гамет, а гетерогаметный, мы хорошо знаем, гемизиготный организм дает два типа гамет. Б с женской гетерогаметностью – это птицы, бабочки, мужской пол и женский пол – это гомогаметный, мужской. Здесь у птиц и у бабочек женские гетерогаметные. Вот, как вы видите, вот тут в основном показаны генотипы. Это будет сингамное определение пола. И третье – это эпигамное определение пола. Происходит это в основном на личиночной стадии и зависит от действия окружающей среды. Например, от степени прогревания яиц в кладке черепахи образуются самки или самцы. У червобанели, например, самка может размножаться партеногенезом. Если личинка оседает на хоботок самки, то из нее будут образовываться самцы под воздействием гормонов самки. А если она не встречает самку, то личинка становится самкой. То есть, если она уже начинает вести свободный образ жизни, значит, из нее будет развиваться самка. Вот этот способ называется, это у нас эпигамное определение пола. Теперь давайте мы с вами рассмотрим, конечно, вот на этом слайде у нас идет морфологическая цитологическая карта XY-хромосомы. Вот вы видите, неаллельные участки, это верхушка их неаллельные. У X-хромосомы его больше, а вот у Y-хромосомы неаллельных участка мало, а аллельных участков, видите, он имеет большое, где-то 70-80% участка хромосом, оно составляет у нас аллельные участки. Теперь признаки, сцепленные с половыми хромосомами. Гены, сцепленные с X-хромосомой. Это гемофилия, дальтонизм, ихтиоз, мышечная дистрофия, Дюшена, рецессивные признаки. Витаминоустойчивый рахит, темная эмаль зубов, доминантные признаки, которые сцеплены с X-хромосомами, то есть половыми хромосомами. Есть признаки, сцепленные с Y-хромосом. Их, конечно, очень мало. Называются они обычно гололитическими. К ним относятся, конечно, это гипертрихоз, сращение пальцев на ногах и некоторые формы аллергии. Наследование, независимое от пола, это признаки гена которых лежат в основном которые лежат не в половых хромосомах, а в аутосомах, но их проявления того или иного пола разные. Например, тембр голоса выше у женщин и ниже у мужчин. Или лысость, как доминантный признак, он больше встречается у мужчин, а рецессивный женщин. Признак это у женщин. Тип ожирения, строение плечевого пояса и таза и так далее. Это те признаки, которые независимо наследуются от пола. Теперь, наследование, сцепленное с полом, зависит от двух факторов. Это доминантный или это рецессивный аллель вызывает этот признак. В ГМ или гетерозиготном состоянии находится аллель. Вот вы видите эти генотипы, доминантная гомозигота. Здесь есть рецессивная гомозигота, есть и гетерозиготы, есть и гемизиготы. Ну, например, вот вам такой пример. Например, вот тут, когда вот ген гемофилии, вы знаете, это рецессивный признак, он передается от матери, и, конечно, находится он в X-овой хромосоме, поэтому здесь от здоровых родителей, как вы видите, в первом случае 25% больных детей, конечно, это будут мальчики, они будут гемофиликами, потому что этот ген от матери передается сыновьям. Или в втором случае это в Y-ковой хромосоме расположен ген гипертрихоза. Как вы видите, здесь 50% больных детей, все, конечно, будут мужского пола, потому что этот ген расположен он в Y-ковой хромосоме, будут больны гипертрихозом. Вот такие вот примеры мы можем привести с того же сцепленного пола. Теперь признаки рецессивной сцепленности Y-хромосомы характеризуются как они. В основном мужчина наследует этот признак чаще, чем женщина, если это Y-хромосома. Женщина наследует признак от отца брака, где оба супруга здоровы, признак наследуется на 50% только у сыновей. И отмечается тенденция к чередованию поколений с большим или меньшим числом мужчин, и имеющим этот признак.
Признак в основном доминантной сцепленности как хромосома характеризуется как женщина наследует признак чаще. Если признак есть только у матери, его наследуют либо все дети, либо одна из двух процентов они наследуют. Если признак есть у отца, то он наследуется в 7 дочерьми. Это с Y-хромосомы. Теперь у нас следующее – это группа сцепления. Что такое группа сцепления? Это гены, лежащие в одной хромосоме, наследуются совместно, образуют группу сцепления. Сцепление генов – это может быть полный или неполный. Гены, находящиеся в одной хромосоме, могут наследоваться совместно, полное сцепление, а могут быть сцеплены, не абсолютно, не полное сцепление. Чем больше расстояние между генами, тем больше вероятность кроссинговера, обмена участками гомологичных хромосом. И, конечно, кроссинговер, он начинается в мейозе, в первом мейозе, в процессе пахенема, мейоза 1, заканчивается в дипланеме. Виды кроссинговера есть единичные или множественные в одном или нескольких местах. В основном или эффективный, неэффективный, обмен одинаковыми генами или разными по эффекту, доминантными, рецессивными. Есть полный и неполный, все хроматиды обмениваются или не обмениваются, равный и неравный, в виде креста, то есть при хиазмах, в виде кольца и в виде дефишенции. Вот это виды основном кроссинговера. Роль кроссинговера – увеличение в основном. Роль кроссинговера заключается в том, что в увеличении комбинации генов комбинативной изменчивости благодаря кроссинговеру идет отбор не по целевым группам сцепления, а по отдельным генам. А также в результате кроссинговера полезные для организма аллели могут быть отделены от вредных. Основное правило кроссинговера в чем заключается? Чем дальше друг от друга расположены гены в хромосоме, тем больше вероятность кроссинговера. По частоте кроссинговера между двумя генами можно судить об относительном расстоянии, разделяющими эти гены. Ну вот, вот формулу вы видите. Здесь N – это расстояние, как определяется, между генами. Количество особей в одной кроссоверной группе, количество особей во второй кроссоверной группе. И P – это общее количество особей. Мы это все умножаем на 100. 1% это расстояние в одну моргониду. Некроссоверных особей всегда больше, чем кроссоверных. Генетическая карта. Что это такое? Генетическая карта хромосом – это прямые, на некоторых указан порядок расположения генов и относительно расстояние между, между ними. Ну вот вам яркий пример. Тут в основном показано расстояние, например, если между генами А и Б 8%, расстояние между генами А и С равняется 14%, то если нам надо определить расстояние между Б и С генами, то мы, конечно, от 14 отнимаем 8. И у нас выходит тот участок, это будет 6%, это будет расстояние между B и C генами. Так в основном и определяется расстояние по формуле гена. Вот это генетическая карта. Значит, генетическая карта, она в основном составляет... Ну, у человека, конечно, очень много хромосом. 46-23 группы сцепления равняется 23, поэтому пока не все хромосомы человека изучены, не ко всем хромосомам человека, конечно, составлены это такая генетическая карта, но хорошо изучены. Это первые аутосомы, 9-е, 5-е хромосомы и очень хорошо изучены, конечно, половые хромосомы человека. Вот, например, вот тут вот показана карта хромосом у человека, составлены на 23 хромосом человека. Наибольшее число генов локализовано, конечно, как вы видите, в X-хромосоме 95 генов. Первый аутосомия, это самая крупная хромосома человека, там 24 гена. И что указывается именно в карте хромосом? Во-первых, расположение гена, порядок расположения и расстояние
вот этих генов указывается в карте хромосом. Например, вот первый аутосоме человека, самый крупный аутосоме, здесь расположено 24 гена, и как вы видите, здесь расположен резус-фактор. И ген эллипцитоза, рака груди, лейкемии, миопатии, системной красной волчанки, катаракты и других заболеваний, вот эти вот расположены в основном на первой аутосоме, который состоит из 24 гена. На этом сегодняшнее наше занятие заканчивается.